Всем доброе утро. Спасибо, что дождались. Сегодня мы с вами в Кисловодске. Чуть-чуть погуляем по городу, побываем в парке, посмотрим, что есть интересного. Все, пошлите гулять. Спускаемся от вокзала в сторону курортного бульвара. А вот и сам курортный бульвар. Главная пешеходная зона Кисловодска. Протяженность всего 500 метров. Но жизнь на ней кипит и днем, и ночью. Здесь сосредоточено много достопримечательностей, кафе, магазинов. С площади открывается прекрасный вид на Баргустанский хребет. В теплое время года ко всему вышеперечисленному добавляются цветочные клумбы, в которых бульвар просто утопает. Радуют глаз ухоженные газоны и новая плитка, которой вымощена пешеходная улица. Обилие деревьев. До недавних пор здесь было очень много тополей. Постепенно их заменили каштанами, так как тополя засоряли бульвар пухом и вызывали у людей аллергию.
Кстати, побывать на курортном бульваре стоит еще хотя бы потому, что это самая первая улица Кисловодска. Ее основали сразу же после возникновения города-курорта. Относится это событие к 1803 году. Ну вот мы с вами в курортном парке. Сейчас зайдем, возьмем кофе и пойдем гулять.
Да, кстати, теперь этот парк называется не курортный парк, а Кисловодский национальный парк. Это особо охраняемая природная территория в городе Кисловодске. Это крупнейший в Европе городской парк. Площадь Кисловодского парка составляет 965,8 гектар.
Вот мы добрались до долины роз. Площадь ее составляет 2 гектара. Здесь высажено более 35 сортов роз, периоды цветения которых плавно сменяют друг друга и длятся с середины июня до конца сентября. Наиболее эффектно долина роз выглядит в июле, в начале августа. В это время она превращается в буйно цветущий разноцветный ковер. А вот эту клумбу называют солнышком, за круглую форму, сопряженную с радиально расходящимися дорожками. А вот эта клумба сделана в виде гигантской розы. Воздуху, как одному из основных лечебных ресурсов курорта, построен единственный в России храм.
Красные камни – один из самых интересных исторических и ландшафтных памятников парка. Вот я уже возле одного из выходов в город. Буду двигаться в сторону вокзала, заодно посмотрим еще чуть-чуть города. Thank you.
Thank you.
на сегодня все, мои хорошие. Спасибо вам огромное, что посмотрели. Я уже на вокзале. Еду домой в Ессентуки. Все, спасибо еще раз всем большое. Всем пока-пока.